Насыщенным и ярким творческим вечером поздравили жительниц Десногорска работники культуры. 4 марта для них был организован праздничный вечер «Для вас, любимые» в Центре культуры и молодежной политики. Более 10 творческих коллективов и сольных исполнителей вышли на сцену киноконцертного зала, чтобы посвятить музыку и поэзию прекрасной половине Десногорска. Среди выступающих – солисты народного коллектива студии эстрадной песни «Ренессанс» и «Калибри», танцевальные юношеские коллективы «Модерн», «Феникс», «Каприз», «Форсаж» и хореографическая команда «Хорошее настроение». Лирики и романтики в атмосферу вечера добавили выступления мужчин. Вы лучшие! С наступающим праздником! Концерт запомнился оригинальными и неожиданными решениями. Продуманный до мелочей сценарий объединил все творческие номера общей концепцией. Непринужденную атмосферу с легким и понятным юмором создали ведущие вечера Кристина Удод и Лидия Лихович. Они мастерски перевоплотились в новых русских бабок и разыгрывали забавные миниатюры между номерами. Цветочек, а ты вообще не знаешь, кто этот праздник вообще и для чего придумал? А ты не знаешь? Нет, ну я знаю, что там Клара Цеткин и Роза Люксембург что-то там придумали. А зачем, не знаю. Да все очень просто, они же цветами торговали. А торговля-то у них и не пошла. Не хотели мужчины цветы за деньги покупать. Так и придумали праздник. Профессионализм, самоотдача и страсть к творчеству, с которой выступали артисты, прочувствовали и в зале. Женщины, главные зрители вечера, подарком остались более чем довольны. Молодцы руководители, молодцы, дети молодцы. И певцы так вообще меня поразили многие. Вот, я довольна концертом. Вообще такая приятная, положительная эмоция в наше тяжелое время. Это радует. Я очень всегда хожу на эти концерты. Мне очень нравится. И нравится то, что разнообразие и дети, и взрослые. Просто отлично. Настроение праздничное. Все очень замечательно. Спасибо большое за такой замечательный концерт. Прихожу сюда уже не первый раз. Замечательные детские, творческие, музыкально-танцевальные коллективы. Приятно провели вечер. Дочь с радостью танцевала, подпевала, повторяла движения. Вы знаете, огромная радость переполняет сердце, когда выступают мужчины, поют такие приятные романтические песни. Спасибо огромное за подаренные эмоции, за прекрасно проведенный вечер. Всем спасибо за наш концерт. Всех мам и бабушек с праздником! 8 марта – праздник, знаменующий приход весны. Он несет новые надежды на лучшее, дарит силы мечтать и творить. А это значит, что впереди новые идеи и новые творческие решения команды профессионалов культурного сектора Десногорска. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.